26 нокаутов в более чем полусотни профессиональных боев. И это лишь по правилам ММА. Чемпион мира и Европы по кикбоксингу, чемпион мира по универсальному бою, чемпион мира по кикджитсу и победитель международных турниров по боксу и K1. И всеми этими достижениями обладает один человек. Константин Глухов является образцом настоящего олдскульного бойца, который бился чуть ли не каждую неделю на самых различных турнирах, был готов сразиться с кем угодно и принимал любой вызов. При этом его стиль являлся одним из самых зрелищных в тяжелом весе. Сегодня мы расскажем вам о хардкорном турнире Ultimate Cage Fighters Championship, который прошел в декабре 2010 года в Австрии. На кону стоял главный приз в 20 тысяч евро, а бились за него сразу 16 европейских тяжеловесов. И чтобы завоевать титул, надо было держать 4 победы за один вечер. Все видеоматериалы по данному турниру взяты с YouTube-канала самого Кости Глухова. Ссылочка будет в описании. Обязательно переходите по ней, там вы найдете много раритетных боев и обучающие видео от самого Константина. И да, один из 4 нокаутов в данном видео будет техническим. Можете писать дневные комментарии. Ну или наоборот, поблагодарить за раритетные бои одного из крутейших нокаутеров своего времени. В общем, пишите, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал и на канал Кости Глухова. А мы начинаем. В первом бою Константин встречался с немецким гигантом Крисом Малле, который весил под 140 кг и носил впечатляющее прозвище «Зверь». В четвертьфинале Костю поджидал старый знакомый – Григор Ашокбабян, также топовый ударник-нокаутер, с которым Глухов встречался годом ранее на первом турнире данной организации. И тот бой реально вошел в историю. Знаете, сколько он продолжался? 78 минут. Два раунда по 5 минут прошли. А потом организаторы решили, что можно дать дополнительное время, и просто не останавливали таймер. В итоге на 68-й минуте третьего раунда угловые Григора все же выкинули полотенце. А спустя год Костю ожидал реванш. Yeah!
zu haben, ja? Zum Beispiel du, spazieren gehen wird. Thank you.
полуфинале Глухова снова ждал бой с историей. Ведь годом ранее, после 78-минутного марафона со Шукбабяном, он практически без отдыха сразу же вышел на полуфинальный бой с грозным сербским тяжеловесом Миодрагом Петковичем. И ожидаемо, уже на 30-й секунде тогда Костя получил травму колена, закончившую для него тот поход за титулом. Сейчас же снова полуфинал, и снова все тот же серб, за плечами которого было к тому времени 47 профессиональных боев. Привяжись, Костя. Лево, раз, один, напред, гадите! Привяжись. Тако е, ту ногу му начи, дижи десну руку горе! Десна, руки горе, бре! Тако, руши ga! Evo, цар, руши ga! Izađi, Ustegor! Проши 40! Руки горе! Слево, Костя. Руки горе! Само тако не стои, пази, десна рука горе! Привяжись, тако. Десну! Руку горе! Да. Пенни кик! Да, движение, да. Минут прошло! Горе, моци! Стани доле! Дам ста! Минут 10! Стани! Поднимемся! Минут 15! Руки горе! Руки горе, моци браду! Ibina man, šaci, puci, baby, mouse. Dejaj, zaklopio te, pazi! Prednji kruši, zadnji kik, hajmo! Zadnji, prednji kruši, zadnji kik, hajmo! Priči malo, cimaj! Prej su kaj! Sad! Zadnji dati! Minut 14! Prej su kaj! Ništa to! Minut 50! Руки горе, прежний кроши задний кик! А прежний кроши задний кик! Три штука! А покрени, ватай! Молодец! Отлично! Два! Держи десну руку горе! Пази, что там ты дешь? Гаси! Ай, горе! Гаси! Держи зуба! Да, гаси! Отлично, гаси дальше! А прежний кроши, прежний кроши! Еще! Давай! Neka pregled! Medical injury! Kosti! Jedno Henegger! Sieger auf der ersten Finalist, der MMA Championships Konstantin Lubos! Versteht man auch die doppelte Bedeutung des Wortes Monkey Winner. И вот финальная битва. На кону 20 тысяч евро. А против Кости, не знающий поражений, болгарин Радослав Радев, который, так же как и Глухов, на пути к финалу досрочно забил всех трех своих оппонентов пудовыми кулаками. Главное сражение ознаменовалось и самым зрелищным нокаутом того вечера. Привяжись, Костик. Давай! Молодец!
Привяжись. Молодец, не спеши. Отдыхай. Молодец!